В нелегальных круглосуточных казино рабочие процессы организовали со всей ответственностью. В залах дежурили администраторы и снимали камеры видеонаблюдения. Среди задержанных один организатор и 7 соучастников. Предварительно установлено, что в период с 2023 года по июль 2024 55-летний обвиняемый организовал работу двух незаконных игровых клубов в помещениях на улице Камышинской и на проспекте генерала Тюленева. Оформлять лицензию нерадивые бизнесмены не стали, поэтому правоохранители изъяли у них 43 системных блока, 28 флеш-накопителей, 11 мониторов, 4 картридера и бухгалтерскую документацию. Кроме того, теперь их могут лишить свободы. По материалам сотрудников полиции, следственными органами Следственного комитета России по Ульяновской области, возбуждено уголовное дело. В отношении организатора судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Напомним, что незаконная организация и проведение азартных игр наказывается и миллионными штрафами по статье 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Юлия Адамова, Улправда ТВ.